Ну а подает первая Даниила Хантукова. Сейчас хорошо они подставили, но время реакции не очень хорошее. Трудно пересчитать, но я подсчитала все-таки 8 побед в парах в турнирах большого шлема. Вот это удар. Вот, знаешь, да, для меня сразу... На этот раз здорово. Вот это правило четко очень сделал. Закрыла коридор, ну и сыграла очень остро. Хороший прием был очень. Да, вот этот есть такой удар, немножечко такой. Может быть, не совсем наберет что-то, будет играть лучше. Она тоже же молодая все-таки. Вот так. Ну да, с Курниковой работать легче, она раскручена. Но мне как раз кажется, что вот сейчас этот момент Хантукова решила экстравагантную одежду для финала. У них какая-то удивительная мощь. А, добила. Ну, добила, да. Ну, очень здорово. Она играет. Она не резко, но зато по месту очень. Четко, четко то делает все, что. Как сыграла Лиза. Все что угодно. Здесь нет этих скоростей, которые приводят в состояние 3. Ох как. Выиграла. Данила выиграла мяч и гейм. По 15. Хорошо среагировала Аня. Наблюдаешь за игрой, чувствуешь, что в теннис-то играть так просто. Вот это здорово. 15-30. Вот это мы назвали суперкомпьютер, видите, да? Она все равно находит такую брешь и туда играет, где особенно неудобно и не ожидают. Мартинес наблюдал, говорю, как все это делали. Туда, куда надо. Вот обратите внимание, как она играет. Каждый ее удар или чисто выигранный, или же... Это Мартинес не успел. Ничего. Гейм. Так, еще одна ошибка со стороны Хантуковой. И легко очень. За 28 минут первый сет выиграли. Этому времени в такую душную погоду на солнце, на солнцепёке. Сафину и Хасу. Это мы еще увидим. По 15. Вот опять. Вот так здорово. Прямо в середину. Ох, как хорошо. Вот это хорошая подача на вылет. И да, слишком мягко. Ну так мягко нельзя подавать. Просто как бы... Вела. Да, ввела мяч в игру и все.
и сейчас тоже не сильно. Сейчас еще мягче 116. Потому что... Убежал. Да, еще замах только не сделала. Кстати, податлива очень на расслабление. Она как только видит, что игра сама идет в руки, она сразу же начинает переходить в несерьезные. Ну, ты понимаешь, да. Ну, здесь ей все время как бы надо начищать, а ни в коем случае самой не ошибаться. Вот ну, потому да, получился надо иметь такой запас. Запас, да. Ровно. Ну как здорово сыграла. Это, пожалуй, ничей розыгрыш, который мы видели. Хорошо, сейчас уже хорошо закрыли. 0-30. Хорошо отыграли сейчас. Тройной брейкпоинт был. Курниковый схема. Все на ракету. Три удара и все точно в одно место. Больше. Это повезло Мартине. Больше. Опять меньше. Великолепный прием. Ну и Аня завершила хорошим ударом. Здорово. 30-0. На вылет. В активе, да. У него в активе есть очень много чего. За ней будем наблюдать, наверное, в ближайшие несколько лет с большим интересом. Что-то она еще преподнесет. 40-15. Сейчас пропустила. Но напрасно. Сорок тридцать. Хорошо опять сыграла Фантукова. Мартинова ждала уже, знала куда и что и какая. Ровно. Ну это вот то, что сзади нельзя. Настанет, ты знаешь. Ой. Достало бы, если бы года три назад хотя бы. Ну и 2-2. А Матвеевна так тик. И все. Так что. Мы увидим это хорошо. Ничего особенного не сделал. Но именно туда, куда Хантукова не дотянется. А Санчес и не думает даже двинуться. Зато вот видите, Эйс выполнила словацкая теннисистка. Тридцать 15. Очень тонкую игру показывает Ханту. Да. Это вот. Здорово. Вот это был хороший удар. Да, это был хороший удар. И брек. Вот это было. Ох, как здорово. Второй раз кросс, прошел. Да, кросс у нее справа. Мартина выполнила. Ну, может, не четко был. Турниров.
И вот, к сожалению, Вера Душевина, видимо, выбудет из турнира, потому что она проигрывает Барбаре Стриховой из Чехии по 6-2. С таким же счетом Вера взяла второй сет. И, вот, видимо, 6-2 – это их такой излюбленный счет. Ну, пока борьба еще идет. Ой-ой-ой, опять прозевала. Ну, это, правда, очень тяжело было взять, но... Да, использовали вот немножечко слабинку Ани. Аня ничего не убивает. Самое главное, эти, вот в отличие от Хингис, который... Дистанция слишком. 40-30. Да, по-моему, впервые, да, в матче они вышли вперед. Фантукова с Сань. 16-0. Вера Душевина проиграла своей чешской сопернице Барбаре Стриховой. 6-4 в решающем сете. Когда я говорила, как здорово. 5-2. Она выиграла два гейма. Время посмотреть, что творит уже Санчес. Нет, я просто хотела рассказать, как сыграла наша теннисистка. 30-15 Мартина опять. Вот она умеет это даже. Вот сейчас у нее заметная такая это излишняя жесткость, твердость, да, в действии? Да. Все хорошо сейчас. Мартин, ну, Мартина без ошибок. Отлично, она исправила ошибку. Ух, какая ты. Подача. Да, это эйс. Первый эйс выполнила Курникова и самый. Попала. Да. Сумасшедший удар выполнил сейчас. Наконец она поймала. Сейчас все повернуться. Вот что обидно. В принципе, все уже было сделано. Да, и я раньше уже немножко получше заиграла. Во всяком случае, столько ошибок. По 30. Ну, Мартина здесь не упустит такого мяча, да, четко все сделала. Просто. А второй-то мяч, это уже просто для нее одно наслаждение. Да, Мартина, если попадет уж мяч на ракетку, то она вот так не... Попал. 3-2. Ну как так? Что ж такое, она все время не по месту. Все время на ракетку, абсолютно не туда, куда надо. Данила играет с Мартиной, здесь никаких вариантов у нее не было. Здорово, вот это прием. Это прием, да. В такой решающий момент вот у Ани игрок не ворует. Чуть-чуть. Повезло сейчас. Мяч коснулся сетки, но и все-таки попал в площадку. 6-4. Мягко играть на подачу. Уж слишком мягко. Да, это хорошая, потому что она беспомощна была абсолютно. И вот так неожиданно закончился второй сет. А вы помните, выиграли сет, вели подачу. Держится как минимум минут на 30-40. Хорошо, по месту сыграла Мартина, 15-0. Как Мартина сейчас прочувствовала? Представляете, на брейк-поинте помочь своей партнерши, но ничего не получилось. Очень четко контролировала все действия Мартина. Ровно.
Ой-ой-ой, Яня как опять. Ну, натыкается на мяч жестко, мяч не видит. Здорово. Задумано было хорошо и осуществило. Ну, Мартина сразу забегала. Мартина, а что сделала сейчас Ацукова? Мартина просто бежала, обслуживала не так. Ну, вот сейчас более-менее четко. Ну, молодец, Мартина. Вот это первый мяч, который здорово очень разыграли. И здесь, конечно, Мартина опять. Как она сорвалась. Вот Аня правильно пошла на помощь. По 15. Ну так хорошо. Двадцать сорок. Вот смешу, они хорошо. Здорово. Осталось сзади, но выиграла мяч. Сейчас, наверное, победа не уйдет никуда. Вот видите, как раз и показывают. Ну. Ну вот и все. Курникова и Мартина Хингис выигрывают первый турнир большого шлема в паре. Обыграли они Арачу Сачес Викарио и Хантукову Даниэлу. Выиграли в трех сетах 6-2, 6-7 и 6-1. When competing in the final of a Grand Slam event, I speak of Daniela Hantukova and Arantxa Sánchez Vicario. Well, first of all, I'd like to congratulate Anna and Martina for a great match. Congratulations. I also want to thank Daniela for playing with me. It's our first time, and I think it's not bad to come to the first, you know, Grand Slam final. So I know you're going to be many more times, maybe, you know, playing these finals. I don't know about me, but it was a pleasure to play with you. Thanks. I also want to thank my coach, Antonio and Lydia, for the great 2 weeks. And thanks to you, all the public, for coming and, you know, supporting women's doubles. I hope you all enjoy and, you know, you have a great day, you know, with the men's as well. Thank you very much and thanks to the sponsors as well. Thank you, Arantxa. Well, ladies and gentlemen, they won this doubles title here on Rod Laver Arena in 1999. They've done it again in 2002. A very formidable doubles combination. Anna Kournikova and Martina Hingis, our champions for 2002. Yeah.
Anna, you've been elected spokesperson. Oh, okay, thank you. Well, first of all, I'd like to congratulate the girls and for getting to the finals. We had a very tough match today against you. So, I'd also like to thank my partner, Martina, for playing. She's been just great, you know, and hopefully this she'll get a lot of luck tomorrow, and wish her all the best tomorrow playing. And I'd like to also thank our team, our mothers, my dad, and for all the support we're getting, and for being tough with us. Thank you. And of course, I'd like to thank all the fans for coming out and watching our doubles. It was great, and for giving us support all week and all through this whole tournament. And I mean, I'm really happy, and I think that you know, this is our only third Grand Slam playing together, and so we're winning it for the second time. And I'm just really excited, and I'd like to just say thank you all, and hope to see you next year. Thank you, Anna. Well done. And Martina, good luck back out here tomorrow in the singles final for the Women's Championship. That concludes our presentation. Coming up shortly, men's semi-final action here on Rod Laver Arena. Yes, the semi-final not far away. Merritt Safin and Tommy Haas. And what an omen for Martina. On the three occasions previously, she'd won the doubles here. She'd gone on to win the singles in 1997, 1998 and 1999.